берется вот так вот, ставится и вперед. Пошире. Вот так, да. Только не поднимай до конца по кругу, иначе не надо прочищать. Все, хватает, уже вращение дал, нормально. Мы так и делаем. Теперь смотри, просто прикоснись, не сжимая. И поднимай, нет, снизу, вот отсюда, вот так. Полностью, полностью его. Поти, нет, вот так, да. И поднимай. Смелее. И с другой стороны. С другой стороны. Не снизу, только снизу работает. Большими такими волнами. Вот такой, как студень. Смотри, вот. Так. Все, отлично. Молодец. Спасибо. С почином. Спасибо. Сейчас человек денежки, потом дайте мне инструмент необходимые. А, спасибо. Теперь делайте пока только то, что я говорю, сами ничего не прикрепите. Я понял, окей. Урок первый. Урок. Извлекаем звук, учимся звукоизвлечению. Видите, нитки у вас там есть? Ага. Вот надо, ваши губы должны быть за этими нитками. Вот настолько надо в рот. За нитками они должны быть. То есть нет, дальше ниток сюда, глубже. Вот. Поняли? То есть вот здесь ваши губы должны быть. Я понял. Будут они вот здесь, у вас будет плохой звук. Я понял. Еще раз, длинный стабильный звук. Хорошо, не очень стабильный, но пойдет. Теперь пальцы. Вот эти пальцы. Да. Левая рука ближе к рту. Левая, поменяйте руки местами. Да. Правая внизу, левая вверху. Да. Теперь закройте и посмотрите, чтобы нигде не было щелей. Это важно. Вот, теперь пальцами не двигайте. И опять извлекаем длинный стабильный звук после меня. Какой у вас низкий инструмент? Вот. Это был урок второй. Урок последний, третий. Как устроен звукоряд. Пальцы надо поднимать по очереди. Сначала этот, потом этот, потом этот. То есть вот в этом порядке. Ага. Смотрим на меня и повторяем. Глубже, глубже. Вот, чтобы поднять последний палец, надо предыдущий поставить. Тогда инструмент будет удерживаться. Я понял. Все, консерватория где-то там. Есть еще желающие стать молотобойцем? Больше молотобойцев? Да. Смелых нет больше? Сейчас посмотрим, когда будет помало, а что, не слышно? Подожди, я уже напишу. Ребят, все сами делали? Нет, не все. Ну, много. Ну, это, в принципе, возможно сам сделать. Это все нет. А вот сшить, конечно, все. Спасибо. Итак! Что в этом поединке?